have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки. Сегодня пойдем исследовать какой? 10-й этаж Гримрока. Ничего не открывается. Наверное, пока мы здесь, я прямо сразу хочу сделать вот так. Поросятка, как давно я тебя не видел-то. И, честно говоря, я бы ровно столько же времени тебя больше и не видел. Хотя... Вот таким вот образом они стали гораздо менее опасны. Смотрите, как они склеиваются по-быстренькому. Офигеть. Мне бы... Да ударь. Мне бы на втором... Ну, не на втором, на шестом этаже, на седьмом, на котором я их видел. Мне бы столько урона. Можешь, пожалуйста, не промахиваться? Как бы да, у меня чувак сейчас в опасности, но... Могила. Ага. Храм Громоса и могила. Вот это интересно. А сюда можно выйти. Наверх обратно. Еще интереснее. Я, наверное, предлагаю поспать сейчас. Ну, то есть, что... Ну, восстановиться, потому что... Довольно тяжелый бой был. Хм. Сна... А, сна не будет. Я думал, сон будет. Сна не будет. Будет землетрясение. Все. Поезд в метро прошел. Блин, офигеть, как я быстро стал этих крабов распиливать. Помните, раньше не было такого... Каждый краб был для меня практически смертельно опасен. Мне приходилось его в два захода сбивать, потому что он мог убить кого-то из моих героев. Тут, блин, четверых распилил. Хопа, как бензопилой просто. Циркулярочкой. Ха. Неплохо. У нас свет закончился. Да. Ну, наверное, я не жалею, что я поменял свет на вот эту штуку. Хотя, может, ее... Да, ну, такое, ладно. Я хотел сказать, может ее носить с собой как фонарик, а во время боя переключаться на посох. Но, во-первых, это долго, а во-вторых, я думаю, что я же буду ставить, и у меня будет не заполнена шкала энергии. Мне тогда толку с этой шкалы энергии, если она не заполнена будет на эту лишнюю пятерочку. А, это не ты, это ты. Это ты. Вот это ты. Все, нормально. Ну, смотрите... По зелькам у нас вроде как более-менее складывается. Я боялся их тратить, потому что, ну, это редкая штука. Я упал сюда. Ага. Здравствуйте. Интересно, куда я выйду. Но мне нравятся секретки. Наверное, я пропустил некоторые секретки в первых сериях, когда еще не знал, что точно в каждую яму нужно падать. Здравствуйте. Кстати, знаете, о чем я подумал-то? Где оно, где оно? Вот о чем я подумал. Атака 8, скорость 12. Атака 15, скорость 9. Наверное, вот это я возьму как альтернативное оружие вместо сюрикенов, а ножики у меня будут просто как запасные. Так. Бомбы. А что я за триггерю, когда их возьму? Вроде даже ничего. Перегруз получу, но это такое. Ну, дружище, ты все равно перегружен. Тебе-то разница, что носить. А кнопок не будет, нет? А, кстати, что у нас по XP? О, уже почти. Я очень жду, потому что я смогу получить там двойной бросок. А, ладно, пойдем отсюда. А, я тут... Серьезно, это секрет, сюда по-другому не попадешь. Ох ты ж елки. Так, элементальный щит.
Уклонение 10 и от всех элементов по 15. Уклонение 7. А у тебя уклонение 10. Прикиньте, этот к пользу, но станет практически невосприимчив. Так, наверное, этот щит мы оставляем. Ого, а сколько ты весишь? 7,5. Этот весил 3,5. Фига себе, тебя перевесило, дружище. О, тогда... Ага. 3, 2, 1, 3. Я думаю, это мы выкладываем. Блин, толком мне эти свитки выкладывать... Нет, свитки... Свитки выкладывать не надо, потому что я ими смогу еще что-нибудь поприжимать. А что мне тогда... Так, а что у тебя с весом? И щит у тебя весит 6 килограмм, а этот 7,5. Давай тогда мы меняемся с тобой, дружище. Да. Так вы все сможете ходить. Так, сапоги. Да, сапоги я здесь оставлю. И старый щит я здесь оставлю. Я бы отдал воровке на самом деле щит. Но она все равно скоро вот-вот уже получит метание с двух рук. Поэтому мне нужно будет оба метательных оружия на нее. А ты у нас будешь ходить пока что под нагрузкой, к сожалению. Извини. Это очень крутой секрет. То есть, по идее, сюда мы по-другому-то и не зашли бы никак. Ха. Классно. Я думаю, что мы получили лучший щит в игре. Наверное, да. Блестящий щит с гравировкой из магических символов четырех стихий. То есть у нас вот этот парень, у него 50 от Пойзена. А у этого будет 60 от всего. Что тоже хорошо. Ядовитые бомбы. Хо-хо-хо-хо. Ну, как бы комбо. Неплохо, на самом-то деле. А кнопочек не будет? А тогда извините за вопрос, фиг ли вы меня так раскармливаете? Что будет? Мне уже страшно. Прикиньте, одеть, прокачать метание с двух рук и... А, стоп, серьезно? Это прям такое место пустое? Ну, не пустое, конечно, но все-таки... Тут кроме лута ничего не было. А это как это? Ну, секретка, типа, с разгадкой этой двери, но мы ее разгадали, посмотрели. Мне кажется, что в подземелье я ничего не упустил. Ну, мне кажется. Хм. Ладно, пойдемте. Закрывать дверь сейчас уже особого-то и... Понял. Так, Турум. Турум. Я пришел к месту, до которого можно добраться, только пройдя через все подземелье. 3, 2, 1. Даже не так. Я думаю, что подземелья были созданы этим путем. Но почему? Я даже не знаю, какие записки мне в будущем пригодятся, какие нет. Мы орден. Давайте, наверное, вот это, да. Просто деактивируем эту кнопку, чтобы потом в будущем на нее не наступать. Что там светится?
Понимаете, здесь уже парочку раз было такое, что все дальнейшее прохождение начинало зависеть просто от маленькой кнопочки в стене, поэтому... Я сейчас пытаюсь быть гораздо внимательней. Дверь. Но нам сюда. Ключ. Два. Ключа. Два. Так, а ключа у меня, в принципе, нету, да? Да, хорошо. Значит, ну, поехали. Нам куда-то добывать их. Вон туда. Ясно. Святыня. Уже такое место, куда не особо хочется заходить. Пещеры. Слышите звуки? Пойдем сначала в святыню. Не знаю почему. А ты за мной не закроешься? Ах ты ж это... Дракончики. Помните, откуда у нас дракончики? Станьте под пересечением взглядов драконов и все дела. Опять ктулхи. Ну понятно, это их место. Нарисованный и не нарисованный. Сейчас из этой стены еще и третий выйдет. Так, ну это ключ. Как только я его заберу, начнется звездец. Это я понимаю. Тут сработают такие триггеры, что... Блин, я отсюда не выберусь нафиг. А, мне бы сейчас двойной метец. Метание вот это вот. А, очень вовремя свет закончился. Да, включись. Спасибо. Так, что здесь делают эти четыре дракона? Вот что мне интересно. F5. Да. Наверное, этот щит все-таки по урону, а не по количеству попаданий. Оп. Отлично. В принципе, ничего так. Нам даже возвращаться туда не надо, но, блин, каждый такой чувак это 1000 экспы. Может, здесь просто становится тупо опасно. Этот говнарь попадает. Вы посмотрите, что он с моими хп делает. Сдохни. Спасибо. Блин, надо... Чёртов кракен. Чуть мага мне не убил. Может, немножко поспим? Попробуем, рискнем, восстановимся. Потому что, ну, у мага вообще жизни не осталось. Прям опасно. Чёртовы кракены! Ну, по крайней мере, кракен до меня не доберется по этой. Хотя из канализации... Черт его, ну он бы уже ударил, если что. Блин, Минотавр, спасибо тебе, дружище. Взял, проголодался, не восстановился. А. Они что, умнее стали? Наконец-то уровень, все. Фух, тебе бы тоже покушать. Ну, скоро, скоро. Ты там посиди еще, подожди, сейчас. А, метательное оружие 32, двойной бросок. Вот что мне нужно. Да!
Ха-ха-ха! Все, у нас теперь на ней дабл дэмэдж. Ключ мы тупо получили, кстати. Но я за них тоже очку хочу. 320, но все равно же экспа. Я специально пока не кидаю, хочу протестить на каком-то другом враге. Уж 320. Ага, еще и здесь. Да хорош меня бить-то. Еще и промазал. Слышите, да? По-моему, тролль. О! О, наконец-то проголодалась. Иди сюда. На тебе стейчину. А, эта штука даже уходить не хочет. Отлично. На самом деле тентакли это не опасны. Ударь. Ну фига ли промах-то? Ну вот, смотрите, 4 тентакли, походу, собрали больше 1000 урона мне сейчас по комнате. Не урона, а экспы. Так что их упускать, ну, зря было. Они же не представляют никакой опасности. Просто халявная экспа. Так, у кого и что мы сейчас ждем? Давайте посмотрим. Мы наконец-то дождались двойного броска, мы наконец-то дождались рассечения, или как оно там называлось. У мага. Сильные огненные шары мы получили. Что мы у тебя ждем, чувак? На булавах. Ну, вот сокрушительный удар будет. А когда он будет? Тоже довольно скоро. Тоже довольно скоро, неплохо. В броньку... Ну, мастер щита, конечно, хотелось бы, но это еще два уровня. Я не знаю. Хотя, с другой стороны, я думал вообще, что здесь 10 этажей, здесь их не 10. Так что я не знаю, сколько у меня уйдет времени на все это. У тебя на что мы копим, дружище? У нас есть колдовство, которое, наверное, я больше не буду качать. Магия огня. Вот это нужно бы еще два уровня. Круг защиты от... Вот это нужно, да. И у тебя... У нас метательный 32, бросок. Я даже не знаю, что дальше качать. Ну, уклонение можно. Ну, понимаете, приношение только... Ну, улучшенная интуиция, неплохо, кстати. Но это тоже долго еще. Ладно, получается, мечи. Выпад мы сделали, 33 шквала разрезов. И на броне, наверное, вот это мастер щита надо было бы качнуть. Но что щит мы носим... С этим проблем у нас никаких нету. Ну ладно, это было не так страшно, как я думал. О, есть! Двойной бросок. Блин, почему свет-то сейчас погас? Как не вовремя-то. Два раза тебе. Да ёшки матрешки, 4 метательных в никуда. А, за них уже по 750 дают. Четыре метательных в никуда пошли. Минуточку, за них всегда 752, мне казалось, за них 1000 дают. О! Игра, дай мне экспу. Это тяжелый враг.
заряжу фаербол. Блин, конечно, мощная штука, но расходует манну просто чертовски. Мне бы... Может, мне парочку бутылей маны ему закрафтить? У меня все равно есть бутылки. Ну, в смысле, есть зельки. Привет, блоха! Просто аннигилировал. Ну да, фаербол — это тема, особенно раскачанные фаерболы. Я не видел другие заклинания, практически не видел. Мы там чуть-чуть с вами ядом пользовались, все дела. Но, блин, фаербол — просто страшная вещь. Кстати, здесь тоже можно упасть. Я думаю, мы это сделаем. Но ему это, в принципе, как мертвому припарка. А, накидает... Блин, он накидает два одного того же. Я думал, она будет кидать с двух рук, а она просто кидает два одного и того же. О, я получил все обратно. Хорошо. Кто-то маг у нас уровень схавал, да? О, записочка. Я сейчас прочитаю. Мне бы надо за мага, наверное, отдохнуть чуток. Стану-ка здесь в уголочек. Так, записочка. Я блуждаю в этом месте слишком долго. Моя провизия заканчивается, но я думаю, что эта пещера — лучший выбор для того, чтобы найти скрытую комнату или найти существ для еды. Мы тут про скрытую комнату говорим, да, ребят? Это интересно. Магия огня. Значит, тридцатник получу. То есть просто плюс 10 сопротивления к огню. Но круг защиты от магии огня. Все члены группы получают плюс 25 от огня. Это хорошо. То есть это будет очень хорошая пассивка. А в колдовстве у нас... Ну, в колдовстве все. Тут нужно просто до полтоса качаться. Я сейчас, если закину туда 4, это получится 26, 30. То есть я буду по одному силу воли... Нет, 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 сюда больше нельзя. Я думаю, в магию земли. Но тут я столько просто не прокачаюсь. Давайте качать огонь. Раз уж мы вливаемся в огонь, давайте полностью в огонь все вкидывать. Ну, на мой взгляд, это оптимально будет. Хорошо. Поспим немножко. Там куча всего лазит, бегает. Прям страшно. Но мы все сейчас мага ждем, если что. Хорошо, пока хватит. F5. Ага. Предлагаю все-таки нам туда свалиться. Сейчас давайте я сохранюсь. На отдельный сейф сохранились. Ну, нет, нет, перед тем, как свалимся, давайте мы еще тут все обходим. Перед тем, как свалимся, давай... Видите, чтобы у нас не было подобных сюрпризов. Ну, по 170, неплохо. Хороший урон. Метательный против него вообще ни о чем.
Склеился, чувак. Хлебушек. Кстати, а хлебушек всегда хорошо. Но тут территория изначально больше. А, тут дверь закрытая. И тут дверь закрытая. О, видите, кто там ходит? Какой чувак там ходит? Просто ваншот. Идите сюда. Но они мне практически не пробивают. Он же не может двери открывать? Не может. До свидания, неудачник. Блин. Но удары у него, конечно, прям такие адские. Давайте поспим. Немножечко отдохнем. Че ты так медленно жизни, кстати, восстанавливаешь? Най, маг, ну зачем ты так поступаешь? Скушай стейк, не грусти. Давай еще поспим. Он стоит, ждет нас, все равно, какая разница? То есть вот эта вся махина, которая весит там, не знаю, килограммов, тысячи две килограмма, тонны две-три. Ну вот, он не может сломать вот этот прутик, ему нормально. Он стоит, ждет. Включим свет. Молодец. Тут еще яма. Я собирался там упасть, ага. Ага, ключик у нас здесь. И куча ям. Нет. Идите нафиг просто с этими рычагами. Я пошел в яму падать. А, проголодался, дружище. Схавай стейк, тебе полегчает. F5. Тут у нас как раз существа. Может, промахиваться не будем, а? Может, промахиваться-то не будем? 48, спасибо. Чего тут все другие стали? Стоп, видишь? Мы же не были такими тугими. Ну, стейки, я, конечно, понимаю, все дела. Еще метательный топорик. Главное, один. Ха. Просто комнатка с хавчиком? Ну и с экспой, конечно. Так, Турум. Он ходит со своей командой, его сильно мочат, и у него заканчивается еда. Ну, более-менее представляю, что там происходит. Но он ищет секретную комнату, и он полагает, что где-то здесь, на этом этаже, есть какая-то секретная комната, с помощью которой можно починить телепорт на выход. Понял. Территория, смотрите, на самом деле огромная. И ключ находится здесь. Тогда что находится там? Может, это просто тоже очередной зверинец?
Ну, кстати, как вариант. А, еще одна записочка, неплохо. Расположение столбов в ряд с рычагами является немного специфичным. Я должен исследовать их лучше. Расположение столбов в ряд. С рычаг... Так, стоп, а это подсказка. А это подсказка. Так, ребят, я вам, наверное, уже говорил, мне очень не нравятся здесь загадки с рычагами. Они крайне нелогичные. F5. Черт с вами. А это что-то новенькое. О! Я вас давно не видел, ребят. Что-то вы какие-то жестче, что ли, стали, или мне кажется? Хавчик сюда. Хлебушек тебя перегрузил, я понял. Черепушку сюда. Чувак у нас коллекционирует черепа. У него больше атаки с черепами становится, так что это ему. Ну. Неплохо. Наверное, даже... О, это я заберу. Спасибо. Наверное, их можно даже просто вот так вот расстреливать. Нормально, уровень подошел. Сейчас эти чуваки, конечно, уже не так опасны. Хоть когда-то, когда нам приходилось после каждого такого перца бегать, лечиться к кристаллу. Блин, нафига ты подошел-то? А как же личное пространство? Ты про это никогда не слышал? Неплохо, кстати, вот эта молния. Она прям заходит хорошенько так. Блин, бычара проголодался опять. А когда ты стал столько жрать? Стой! Что с тобой не так? У тебя глисты, что ли? Откуда ты стал столько жрать? Сюрикинчик. Это я вижу. Опа! 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 Оп! И ты мне ничего не сделаешь, чувак. Отравил! Одним единственным, блин, выстрелом вот этим вот. Твари кусок. Так, травки. Ну, травки мы пока собираем. Нормально. Чё у тебя по уровню? Чё я там собирался тебе кинуть? Булавы. Да, вот, сокрушательный удар у нас будет. А в броньке... Нет, в броньке не буду. В булавы пойдем. Наносящий большой урон. Выносливость. Вот, мне нужен опустошающий удар, по идее. И к нему еще 3 уровня. Ну, блин, это маловероятно вообще, что я туда дойду. Давай поспим. Заодно, может быть, эту холеру излечим, которая... А, да, она излечивается довольно быстро. Потому что у него щит элементальный. Дает уже хорошее сопротивление против того же яда и все дела. Ну, я сейчас считаю, чем больше боев у нас будет, тем лучше, потому что это экспа. А экспа... Ну, экспу никогда нельзя упускать. Ох ты ж. Здравствуйте. Бомбы, сюрикены. Неплохо мы тут затарились. Опять же, легкая экспа.
Я даже не знаю, что я сейчас делаю. Я сейчас исследую подземелье или пытаюсь отсрочить загадку со столбами, потому что они отвратительные эти. Ну, рычаги я имею в виду. Хавчик. Я не хочу решать загадку с рычагами. У меня они обычно не получаются. Это заканчивается тем, вот в прошлый раз, когда была сложная загадка с рычагами, закончилось тем, что мне пришлось смотреть, как это делается. Потому что это чертовски нелогично. О, это выход. Здравствуйте. Хорошо. Значит, у нас тут просто, по сути, данж с мобами. Просто экспа, просто еда. Так? Так, ладно. Надо сейчас, конечно, просканить на предмет. А, кстати, смотрите, там же есть еще два прохода такие, которые... Видите? И та штука — это дверь. Там, между прочим, дверь. Ну, она обозначена на карте как дверь. Вот это? Да, вот это. То есть вот эту фигню можно каким-то образом открыть. Насчет этой я не знаю, хотя тоже решетка и тоже, по идее, может открываться. Но здесь, с другой стороны, здесь и стена может открываться, раз уж на то пошло. Тут стенок очень много. Я боюсь, что я упустил где-то кнопку. Я вполне мог. Я стараюсь как бы осматривать, но я вполне мог упустить кнопку. Надеюсь, что этого не случилось. В любом случае, я не знаю, что нужно, чтобы найти все кнопки в этой игре. Каким нужно быть глазастым чертом. Пойдемте еще в тот закоулок зайдем. Который слишком подозрительный. Здесь, видите, тоже вот эти ямы. Я думаю, что сюда можно провалиться и из других ям тоже. То есть, ну, это не проблема вообще. Ага, тут тоже яма. Хорошо. Ну, тут просто был лутецкий и какие-то простенькие мобики. Ну, то есть для этого уровня они уже простенькие. На, вот на четвертом, на пятом этажах это были страшные ребята. Сейчас это уже простенькие мобики. Ха, где я оказал? Ага. Вот где я оказался. Видите, здесь что дверь, что стена, в принципе, одинаково. Блин, ну она закрывается. Неприятно. Хорошо. Давайте посмотрим расположение ям. Смотрите, складывается оно в какой-то узор или нет? У нас сколько здесь ям? Раз, два, три. Четыре. Я сейчас пытаюсь понять, знаете что? Раз, два. Ну-ка, 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 вот это вот интересно. О, а вот этого я и не видел-то. Здравствуйте, а когда тут мешок успел появиться? Что это за звук был? Мешок с травами, неплохо так. Мне показался там сейчас звук только что. 5 хилок. 5 хилок, Карл. Минуточку, если просто наложить... Раз, два, три. Эти три ямы совпадают. Эта четвертая яма совпадает. Эти две ямы я упаду здесь. А вон... Так, если я падаю там возле двери, максимально тогда... Раз, два и три. Мне кажется, вон та яма... Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Мне кажется, что вот эта яма может меня привести в другое место. Видите? Да. Мои расчеты оказались верны. Там на одну клеточку не совпадало.
И упав сюда, я попадаю в другое место. А что мне это дает? Вы мне не хотите сказать, что я просто раньше времени попадаю на другой этаж таким образом, нет? Блин, тут прям как-то физически неуютно находиться. О. Кнопки? Нет? Что? А зачем? И что я получаю? Сюда... Нет, сюда нельзя упасть оттуда. Да ладно. Серьезно? Нет, ну это, конечно, все весело и хорошо. Атака 35. 25. Требует навык булавы. Требует навык булавы. Окей. Да, это у нас классный молот. То есть у нас получается... меч бьет молниями элементальной, а вот этот молот, он будет бить льдом, он будет замораживать. Причем у него скорость чуть-чуть меньше. Точность такой же дебаф на минус 5. Это, видимо, минимальный дебаф на молоты. Но атака на десятку выше. 54. 64. Хорошо. По-моему, это я... Неплохо зашел. Сто двадцать. Это ловушка. Иди сам в этом дяде постой. Ох, я его еще и заморозил. Красиво. Нет. Сдохни, тварь. Мне сразу и потестить дали, да? Что-то там везде хлюпать и чавкать стало. А, я понял, что стало хлюпать. Ну, эти ребят прям хорошо склеиваются так. А я теперь отсюда выберусь вообще? Ну, наверное, да, вряд ли бы они предусмотрели секретку, из которой нельзя выбраться, да? Жизнями не очень, но теперь я-то не зажат в тесные рамки. Я могу сделать вот так. В принципе, у меня все нормально по жизни. Мясо, грибы. Ха. О, метательные режики. Неплохо. Не то, чтобы я им прям пользовался, но это хороший запасной вариант. А! Это вот так вот теперь открылось. Я понял, вот эта дверь. Вот так меня выпускают. Фух, слушайте, это была, по-моему, классная секретка. То есть это было чисто на внимательность совместить и посчитать. Давайте я здесь посплю. Мне понравилось. Получил хорошее оружие, получил еще немножко экспы. Немножко внутреннего успокоения насчет того, что нашел хорошую секретку. Я так предполагаю, что у меня на данный момент есть лучшее оружие на воина и лучшее оружие на второго воина.
Вряд ли я найду что-то лучше. Возможно, кстати, у меня также есть уже лучшее оружие на мага. Так, отсюда можно валить. О! Привет. Сокрушительный. Ох. Ну, мало того, что прокачал, ну, как бы прокачал ему владение, так еще и... Блин, я не туда иду. Еще и молоточки ему нашел, чтобы по голове можно было хорошенько настучать. Ты не голодный, не голодный. Блин, он реально жрет, как не в себя этот чувак. Смотрите, как он проголодывается быстро. Интересно, то, что он Минотавр сказал... Так, минуточку. Раз, два, три. Я теперь пытаюсь просчитать остальные секретки. Но, видимо, это все, по-моему, да? Сейчас глянем. Ну, да, да, больше не совпадает. Получается, что треть следующего этажа — это секретки, которые можно открыть с этого этажа. Ну, крутяк, ничего не скажешь. Так, хорошо. Что у нас по ключику-то? По ключику. У нас есть сколько рычагов? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я ждал вот этого щелчка, знаете, когда правильное действие происходит, происходит такой клик. Так, где у нас там тяжелая динозавровая еда? Да ладно, закончилось. Мы все синие стейки уже ужрали? Блин. Расположение столбов в ряд с рычагами является немного специфичным. Я должен исследовать их получше. Расположение столбов. Столбов. Раз, два. Минуточку. Стоп. Где там это было? Уйди. У меня тут было почему-то клетка не открыта. Фига себе. Расположение столбов. Смотрите! Я не на то смотрел. Я смотрел на карту, а нужно было рассмотреть вот эти столбы. Вот раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Эти два вниз. Этот вверх. Этот вниз, этот вверх. Давайте пробовать. Раз, два. Этот вверх, этот вниз. Этот вверх. Может тогда наоборот? Так. Нет. Раз, два, три, четыре, пять. Столбов пять, рычагов пять. Расположение столбов явно намекает. Ну, в этом есть логика, но какая? Минуточку. Эти два далеко. Ну, допустим, они вниз. Третий близко. Допустим, оно вверх.
Четвертый далеко вниз. А где у нас там ключик лежал-то? Это правильно. Я просто не услышал звука. Это правильно. Фух, все дело в этих столбах. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Все. Загадка решена. Ёлки. Конечно, кто же меня отпустит? Так, ты ж. Я не собирался этого делать. Меня вынудили. Хорошо. Это поддавалось логике. Так что здесь я спорить вообще не буду. Где там этот маг, недоучка? Вот он. Есть, прошел урон, все. Ну как? Он что, соседнюю клетку тоже берет? F5. Я слышу звук, тут есть еще один. Вон он, да. Бла-бла-бла. Чё? Лошара. Лошара. Всё. Спим. Фух. В этот раз подсказка сработала как нужно. Круто. Причем, наверное, будучи достаточно внимательным, можно было бы и самому разобраться в этом. Что тоже хорошо. Так. А где у нас теперь... А, серьезно? Это мы здесь? Так нам сюда. Я думал, что я наоборот далеко ушел. Я пришел к старту таким образом. Куда ты тут взялся? Ну вот, собственно, и все. Мы с тобой, дружище, разобрались. Я, наверное, вот хочу еще раз поспать. Я не хочу идти в ту дверь с неполными жизнями и неполной манной. И, в принципе, не хочу идти в ту дверь. Ладно, черт с ним. Знаете что, ребят? У меня такая идея. Я думаю, что за той дверью будет что-то важное. Ну, то есть не зря же она охраняется двумя золотыми ключами-то. Они у нас оба есть, все нормально, все хорошо. Поэтому давайте мы тогда в ту дверь пойдем уже в следующей серии. Я думаю, что так будет более правильно. Я не знаю, что сейчас может сработать при открытии этой двери, поэтому давайте тут мы и закончим. В следующей серии узнаем, что там, что где, что зачем, и вообще, я думаю, у нас все будет хорошо. На этом пока все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.